В Анапе прошел международный турнир по боксу в памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Сборная России завоевала 19 наград различного достоинства. Свой вклад внес и представитель дагестанской школы бокса, студент МАДИ, воспитанник заслуженных тренеров страны Рашидбека Ахмедова и Юсупа Айдемирова, Али Шабанов. Он завоевал золотую медаль в весе до 81 килограмма.